Меня часто спрашивают: Томас, хочу начать снимать сериалы, но не могу купить в России лицензию Майна. У перекупов брать дорого. Как быть? Отвечаю. Купи лицензию на GGSell. Здесь можно купить Майнкрафт, несмотря на ограничения, и в два раза дешевле, чем у барыг этих проклятых. А если совсем хочешь пошиковать, можешь взять Game Pass и получить в комплекте огромную библиотеку игр за сущие копейки. Как же так, спросишь ты? Все просто. GGSell — это торговая площадка, где тысячи продавцов выкладывают свои товары, а миллионы покупателей выбирают из них самые лучшие и выгодные. На площадке есть все. Любимые новинки, пополнение Стима, Дискорд Нитро, Spotify, офис и винда для работы. Да даже чат GPT и Adobe Cloud тут есть. GGSell, между прочим, полностью безопасен. Удержание платежей на их стороне. И не даст хитрому продавцу вывести деньги до получения вами товара. А техподдержка тут 24/7. И готова помочь вам в случае возникновения всяких проблем. Также на GGSell проходят акции и розыгрыши. Он, например, ежедневное колесо бонусов с промиками и играми. А он раздача, где можно получить крутые девайсы и загробастать себе компьютер. Итак, ссылка на GGSell и их интересный новостной канал с халявой, между прочим, в описании под роликом. А мы продолжаем. Ах да. База, прием. Код 88513952. Миссия провалена. Запрашиваю эвакуацию. База, код привет. Ожидайте. По вашей локации выслан вертолет. Черт. Вляпался же я в очередное дерьмо. Еще и зеленых потерял. Вот же досада. Теперь новых искать придется. Те подавали хоть какие-то признаки надежды, но по факту оказались бесполезным мусором. На что я только рассчитывал, непонятно. Лучше, чем ничего. На пару дней хватит перекантоваться. Ой, наконец-то это гребаное начальство не достанет меня своими тупыми заданиями. Ой, хоть отдохну до прибытия. А то сделай это, сходи туда, выпей это, принеси то, фу, старые маразматики, чтоб я еще раз вас послушал. Хотя вы бываете полезны. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное. Были времена, конечно. Ой.
Тут это удивительно тихо. Обычно эти старикашки названивают мне каждую минуту. А тут даже до ночи не забрали. Удивительно и одновременно подозрительно. Что же эти черти задумали? Ну, ладно, выясним это потом. А сейчас иди ко мне, моя родная. Ой. Вот бы это счастливое мгновение никогда не заканчивалось. Ой. Вот и божественная минутка подходит к концу. Раз, два, три. С Богом! Кайф. Меня прям глаз орла. Ой, теперь можно и на базу. Алло, это база, либо бордель? Номера просто рядом были. Алло. Ну я пошутил, что вы сразу двери Хаймерса закрыли? Что-то никто трубку-то не берет. Спят, что ли? Алло! Кунсткамера! Папочка проголодался! Меня кто-то вытащит отсюда! Алло! Инвалиды! Ну и что мне прикажете делать? Да тут абсолютно нечем заняться! Блин! Даже соджу кончилось! Может, попробую спуститься ниже? Звучит неплохо. Хотя вдруг они все же выслали за мной вертушку. Ну, подожду еще немного, а потом решу уж. Якорь вам зад! Где вертолет? А? Я вас спрашиваю, чертовы стариканы! Алло! Алло! Ладно, я так понял, меня кинули. Вот же повезло! Я так этого ждал! Сдалась мне ваша зарплата во время апокалипсиса! Я теперь освобожден ото всех оков! Добби свободен! Ох. Аж сердце ускорилось в ритм от моего безудержного счастья. Ох. А, не, это просто тахикардия. Ну ладно, все равно приятно. Да чего ж мне эта армия довела? Вот же срань! Что ж, теперь надо думать, как отсюда выбраться. И найти свое счастье в ближайшем супермаркете, да. Придумаю уже завтра, ладно. Какой же кайф засыпать свободным и под звуки природы. Счастье привалило. Да кто там стучит, а? Сейчас по голове тебя настучу. Понял? Ира, дай заснуть добрым людям! Ну все, тебе хана! Копай могилу!
Ну и чего ты утих, урод? Давай, стукни еще разок! Ну и кто это у нас тут? Ах ты из этих! Кто любит пожестче? Ты уже все? Сдох? Ну и фиг с тобой. Извращенец типа Фрейду. Бурная была ночка. Ладно, пора выдвигаться. Вот и начинается приключение за моим счастьем. Вашу ж кошку! Да их тут больше, чем микробов в моем толчке. Ладно, как-нибудь сладим. Не впервой, как говорится. Засранец. Со мной такое не прокатит. Так, в принципе, по-тихому реально прошерстить до лифта. Спасибо, ГЭС, что электричество все еще работает. А то эти лестницы... Ладно, не будем о грустном. Думаю, вот этого стоит убрать, может помешать. И того дальнего. Да. Так, вспоминай, как учили в академии. Чё-то вообще ничего в голову не приходит. Да и какая к черту академия? Я же свободен. Черт возьми. Используй свой излюбленный метод. Он немного жестковат, но... зато очень эффективен. Погнали! Быстро же ты откинулся. Может, мне вообще тут всех зарубить? Давно я не устраивал кровавой баньки. Хотя ладно. Пройду по-тихому, как и планировал. Все же, жизнь у меня одна, и... стоит ее хоть как-то оберегать. Но если они все же захотят ее у меня забрать... вот тогда и буду думать над этим. По-моему, я начинаю сходить с ума в этом чертовом мире. Какие-то байки хочу устраивать. О чем я вообще думаю?
Какие-то они уж слишком мягкие. Режу их словно тофу. Может, я настолько силен? Ну, не знаю. Подумаю над этим позже. Пока осмотрюсь в этом помещении. Думаю, эти бледнолицые не доставят мне проблем. Этих тварей тут в разы больше. Боюсь, если оступлюсь, то легкой раны не отделаюсь. Хотел тут баню устраивать, черт возьми. Разбежался прямо. Хорошо, что я такой ловкий. Будь я обычным человеком, распрощался бы сейчас с жизнью. Не зря тогда пошел в эту стезю. Как знал прям. Так, тут этих тварей поменьше. Могу разгуляться, так сказать. Ничего полезного. Хотя бы чего-то бы оставили, шмоты. Ладно, пора убираться отсюда. Мать моя женщина! Чё пугаешь-то так? Моя душа чуть не вылетела из тела. Ей-богу, кто тебя воспитывал? Загняй их сразу в полыня.
Ну же, закрывайся! Ну давай! Ёб твою мать! Я сейчас сдохну! Закрой свои чёртовы двери уже, жестяная банка!